5 марта текущего года глава государства предложил 5 социальных инициатив. И сегодня мы подробно расскажем о значимости новых мер и о том, как они будут реализованы. Добрый день! В эфире программа «Вопросы экономики» и я ее ведущий Рахим Ожогбаев. Дорогие друзья, сегодня мы готовы сделать новый шаг по пути социальной модернизации. Я предлагаю 5 президентских социальных инициатив. Первая инициатива – новые возможности для приобретения жилья каждой семьи. Вторая инициатива – снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников. Третья инициатива – повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи. Четвертая инициатива – расширение микрокредитования. Пятая инициатива касается дальнейшей газификации нашей страны. Исполнение инициатив главы государства воспринято правительством, по словам премьер-министра, как серьезный экзамен. И для реализации этих инициатив Кабинет министров разрабатывает единую детальную дорожную карту. В ней будут определены конкретные подходы и сроки по расширению ипотечных возможностей для населения, снижению налоговой нагрузки, обеспечению доступности высшего образования, увеличению охвата микрокредитования и дальнейшей газификации страны. Обратившись напрямую к народу с инициативами, глава государства выразил также искреннюю благодарность казахстанцам. И это только усиливает их значение. 5 социальных инициатив главы государства – это яркое проявление особой заботы президента о народе. Это президентский сыновний подарок елбасы своему народу. Все инициативы главы государства затрагивают самые насущные проблемы, которые волнуют сегодня всех казахстанцев. Министерству по инвестициям и развитию совместно с Национальным банком поручено создать новую ипотечную компанию и запустить ипотеку по формуле 7-20-25. Она будет иметь преимущество как перед уже имеющимся инструментом субсидирования ипотеки, где ставка снижается только до 10%, и кредитами Жилстройсбербанка, где первоначальный взнос составляет от 30%. То же самое касается микрокредитования, на который из бюджета будет выделено дополнительно 20 миллиардов тенге. И в результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек только в этом году. Микрокредиты выдаются по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства безработным или самозанятым, которые прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». Микрокредит до 19 миллионов тенге можно будет получить на 5 лет по ставке 6% тенге. Это все вместе обеспечит макроэкономический эффект, который позволит ускорить экономический рост за счет вот этих вот строительного бизнеса, за счет смежных отраслей. Первая инициатива – это обеспечение доступной ипотеки, доступного жилья в целом. Это программа с рабочим названием 7-20-25. То есть это первая цифра означает, что ставка кредита должна быть не выше 7%. 20 означает, что первоначальный взнос должен быть не больше 20% от стоимости имущества приобретаемого. 25 – это срок, на который эта ипотека выдается, он должен быть не менее 25 лет. Эта инициатива, пожалуй, наиболее весома, потому что она имеет большой социальный эффект, открывая возможность приобретения жилья для малообеспеченных слоев населения, которые раньше не могли войти в этот рынок в силу недостаточности их доходов и несоответствия банковским критериям заемщиков. Эта инициатива предполагает формирование нового института. В этом обращении было озвучено необходимость создания дочерней компании Нацбанка с капиталом порядка 1 триллиона тенге, которая должна заниматься выкупом банков ипотечных кредитов. То есть это тот механизм, который позволит обеспечить эти все условия, поскольку текущие рыночные условия не позволяют банкам осуществлять ипотечное кредитование на вот этих вот условиях. Поэтому это предполагает вот еще создание дополнительного института финансового
И, конечно, в том, каким образом он будет организован, на каких принципах, какие механизмы будут использоваться, это еще пока что не прописано четко, но в дальнейшем, скорее всего, будет уточнено. Если мы говорим о том, что общее количество грантов на обучение в вузах теперь будет составлять примерно 74 тысячи и 75 тысяч мест в общежитиях. Представляете, что это означает? Это означает, что практически каждый, кто будет обучаться в вузе на государственном гранте, будет иметь возможность жить в общежитии. Уверен, работодателям было очень приятно услышать, как глава государства объявил о том, что в целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы до 25 минимальных расчетных показателей, а это около 60 тысяч тенге в месяц, с 1 января 2019 года будет снижена ставка индивидуального подоходного налога с 10% до 1%. Впрочем, эта инициатива президента порадовала не только тех, кого она непосредственно коснется, но и представителей отечественного экспертного сообщества, которое, используя разного рода диалоговые площадки, давно и регулярно обсуждает вопрос необходимости снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Мы продолжаем утверждать, что в настоящий момент та нагрузка на фонд оплаты труда в виде ИПН и отчислений в ЕНПФ, социальный налог, новые вносы в фонд социального медицинского страхования, они растут, в настоящий момент составляют свыше 30%, вырастут практически к 40%, и они напрямую дестимулируют, на самом деле, формализацию занятости, потому что у вас всегда есть опция не формализоваться, и вам ничего за это не будет. Соответственно, рационально действующий человек, как работник, так и работодатель, он предпочтет эти деньги направить на свой доход. В целом, как мы видим, налоги внебюджетные платежи с фонда оплаты труда, они растут из года в год. То есть, если 5 лет назад это было 1 триллион 430 миллиардов, то сейчас это свыше 2 триллионов. И с учетом новой поставленной цели довести налоговую нагрузку до 25% от ВВП, возможно, они будут продолжать расти. То есть, вот мы сколько зарабатываем, например, заработали мы 100 тысяч тенге. Из них 10% мы выплачиваем в виде налога. 10% это подоходный налог. Теперь президент говорит о том, что если вы зарабатываете менее, ну, условно говоря, менее 55 тысяч тенге, то вы будете платить не 10%, а 1%. То есть, если бы вы раньше с 55 тысяч тенге, например, заплатили бы, скажем, 5,5 тысяч тенге налогов, то теперь вы будете платить только, там сколько, 550 тенге. То есть, условно говоря, 4950 тенге – это та сумма, на которую у вас будет оставаться, как у человека, который зарабатывает. Практически увеличение зарплаты на 9% без ущерба для работодателей – это очень важная такая социальная мера, серьезный социальный шаг. В Казахстане выделяется одна большая агрегированная категория так называемых самозанятых, которая, с одной стороны, может включать в себя и реально безработных с низкими доходами, и, с другой стороны, зажиточных предпринимателей, не платящих налоги, к примеру, сдающих в аренду жилье. Соответственно, инструменты формализации для каждой категории должны быть разными. По аналитическим расчетам на основе публичных данных, условная группа риска людей без постоянной работы с низкими доходами и без социальной поддержки может составлять порядка от 24 до 37% от экономически активного населения. А это от 2 до 3,5 миллионов человек. Так вот, именно снижение нагрузки на фонд оплаты труда может быть одним из решений в отношении того, как мы хотим легализовать самозанятость. Для того, чтобы легализовать вот непродуктивно занятых, да, или бизнес, да, мне кажется, я бы не налоги снимала, а вообще бы какую-то субсидию им давала для того, чтобы они просто легализовались. Когда понятно будет, кто у нас, ну, зарегистрируется о том, что я, допустим, предприниматель, который был в тени, я хочу легализоваться, но за это дайте мне что-то. Поэтому здесь, наверное, все-таки стоит вопрос необходимости создания, скажем так, эффективных мер. То есть вот должно стать выгодным быть формально трудоустроенным, должно стать выгодным быть предпринимателем, иметь рабочую силу и платить реальную зарплату. О 5 социальных инициативах главы государства и о проблемах рынка труда мы поговорили с министром труда и социальной защиты населения Мадиной Абылкасымовой.
Добрый вечер, Мадина Ярославовна. Спасибо большое, что пришли к нам в передачу. Очередной раз поздравляем вас с назначением и с высоким доверием главы государства. Вы только вступили в должность, и тут же новые социальные инициативы. Я так понимаю, вы в самой гуще событий. Расскажите, пожалуйста, ваше министерство непосредственно за какую часть этого большого блока инициатив отвечает? Большое спасибо. 5 новых социальных инициатив главы государства – это большой масштабный шаг по социальной модернизации нашей страны, направленный на качественное улучшение жизни каждого казахстанца. 4-я инициатива, озвученная главой государства – это расширение возможностей по получению микрокредитования. Данная программа микрокредитования, она реализуется на сегодняшний день в рамках программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. То есть инструмент уже работает, да? Этот инструмент уже действующий, он заработал с 2017 года. А сколько кредитов было выдано? Было выдано порядка 7 тысяч кредитов в прошлом году. Из них большая часть была выдана на селе. Где-то 6-8 тысяч микрокредитов было выдано на селе. А микрокредит это сколько примерно? Микрокредит на сегодняшний день максимальный размер определен в размере 8000 МРП, это порядка 19 400 000 тенге на один максимальный размер микрокредита. Ставка по этим микрокредитам составляет 6%. Для получения микрокредита участники программы сперва должны пройти обучение предпринимательским навыкам. Такая возможность также предоставлена им в рамках программы продуктивной занятости. Это проект «Бастау бизнес», который реализуется совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамикен». Вот это обучение получается обязательное условие, без него кредит не получится, лечение? В целом, в рамках программы это является одним из условий, с тем, чтобы участник программы в обязательном порядке защитил свой бизнес-проект. И этот бизнес-проект, он должен иметь экономическую рентабельность. Вот в отношении 5 социальных инициатив президента еще какие бы акценты вы поставили как министр труда и социальной защиты? Очень важно отметить, что в этом году, помимо 5 социальных новых инициатив президента, оказывается огромная социальная поддержка населению. Уже произошло с 1 января 2018 года, у нас произошло 20% повышение размера пенсии в связи с изменением размера базовой пенсионной выплаты, а также в связи с изменением размера прожиточного минимума. Угу. На сегодняшний день средний размер пенсии вырос до 70 тысяч, порядка 70 600 тенге. С 1 июля 2018 года будет изменена методика назначения базовой пенсии. В результате этого мы ожидаем дальнейшее повышение размеров пенсии. Базовая пенсионная выплата будет увеличена в целом в 1,8 раза, начиная с 1 июля, и в целом по отношению к прошлому году мы ожидаем рост пенсионных выплат в целом порядка на 37%. Базовая пенсионная выплата теперь будет привязана к трудовому стажу, и чем больше стаж участия в пенсионной системе, тем больше будет размер базовой пенсионной выплаты. Это будет также стимулировать граждан к формализации своей деятельности и к участию в пенсионной, накопительной пенсионной системе. Кроме этого, очень важно отметить, что с этого года мы изменили размер прожиточного минимума, изменена сама структура прожиточного минимума, то есть увеличилась доля непродовольственной части по отношению к продовольственной части. В результате в среднем все социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, увеличатся с начала этого года на 16%. Это коснется порядка 3 миллионов граждан Казахстана. Также пакет 5 новых социальных инициатив, они окажут большой эффект на рост доходов населения и позволят преломить эту тенденцию по снижению реальных доходов населения. В одном из предыдущих выпусков программы «Вопрос экономики» мы подробно говорили об экологии Астаны. И загрязненность атмосферного воздуха в столице растет, и растет заметно не только для экологов, но и также для жителей столицы, которые уже давно и все чаще начинают жаловаться на то, что они, как говорится, видят, чем дышат. Реализация инициативы главы государства по газификации Центрального Казахстана и Астаны позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в 6 раз или на 35 тысяч тонн в год. И как отметил президент, газификация Астаны откроет возможности обеспечения экологическим топливом еще несколько регионов центральной и северной части Казахстана. Конечно же, когда мы говорим о газификации, это удобно, это выгодно для больших жителей городов Джизгазган, Караганда, Темиртау, Астана, ну и плюс это экология. Все эти города экологически неблагополучные регионы, потому что помимо заводов очень много частного сектора, который топит уголь, это и уже касается Астаны. На этом у нас все. С вами был Рахим Ошакбаев, программа «Вопросы экономики» на телеканале «Хабар-24».
Встретимся через неделю.